Вот, ну, для меня, вот, может быть, один из главных тем, которые в Финляндии мне очень нравится, я очень люблю, это, конечно, рыбалка. Ну, что такое рыбалка? Вот, ну, для меня, например, это я люблю есть то, что я поймал. Это есть, я понимаю, что есть люди, которые хотят вот, поймать и отпустить, но я всегда люблю есть. И что еще надо? Вот надо уют. Я люблю вот, когда приезжаешь на рыбалку, вот я люблю, чтобы было, вот порыбачил, потом хороший домик, баню и посиделки с друзьями. И самое главное, что вкусная еда, которую ты сам поймал. Ну вот здесь, вот смотрите на эту красоту, здесь можно делать все это. Здесь, конечно, северный Саво, тут как-то вот пейзажи вот такие, водопад. У нас вообще водоемы здесь, на этом регионе, ну их просто, они везде. Я даже не знаю здесь количество озер, рек, которые здесь можно, и тут, по-моему, ловится и все разное. То есть все, что ты можешь придумать, то, что есть в Финляндии, есть именно вот здесь. И вот здесь есть все, то есть ресторан, вот Лохима, вот такое место. Для меня все тут есть. Вот здесь самое смешное, что вот я вчера поставил ловушку вот сюда. Это старинный. Мы делали только, использовали только материалы из природы. Сейчас я скорым временем пойду проверять, что-то там есть или нет. Потому что отсюда вот не видно.